Очень прикольно, очень. Светка готова. Позитив. Позитив. Лешенька. Да? Лешенька. В общем, слушай, у меня не очень хорошая история для тебя. Или хорошая, я не знаю. Я очень принял решение, что я с Надеждой Дорофеевой больше не хочу работать, и я ищу ей замену. Я знаю, что это удивляет, но сейчас, в общем, я уже начал ей искать, прямо сейчас начал искать ей на замену. Ты же сам когда-то в начале, пару лет назад говорил о том, что вы не подходите друг другу, она меня запарила. А меня запарила, я больше не могу с ней никаких дел вести совместных. Ты можешь во дворец Украина подъехать через 2 часа? Подъедь, потому что приедет девочка, я хочу посмотреть на ближайшее время, подойдет она тебе или нет. Я понял, хорошо. И я тебя прошу, пожалуйста, давай ты между нами пока что, никого не пугай, не травмируй. Да, окей, чувак, окей. Давай. Ну, он, по-моему, был за меня. Мне очень приятно. Он испугался. Нет, конечно, за тебя. У вас только начало получаться, как у группы, и успех, и уже он не хочет. Если он раньше 3 года назад хотел бы, чтобы ты поменялась, да, но теперь-то он... Он хотел? Ну, конечно, а ты не хотела, чтобы... О! Это он! Не бери, не бери, не бери, не бери. Все, ждем Леху и... Сделаем это. Что ты опаздываешь? Извини, ну. Чувак. Так, и что? Сидай. Короче, Лешенька, Надя – это не совсем наш персонаж. Ты помнишь, мы говорили насчет этого всего, что она вливается в коллектив тяжело. Я просто не хочу, чтобы в какой-то момент, знаешь, мы столько вкладываем сил в эту группу, столько вкладываем в нее денег, столько вкладываем в нее эмоций, столько трачу времени. Я не хочу потом, чтобы Дорофеева в какой-то момент раз взяла и спрыгнула просто. Поэтому пока момент такой не наступил, пока не стало поздно, чтобы я ее не мочил и ей не портил жизнь, и она мне, и это время не тратилось. Я хочу сейчас аккуратненько подыскать ей замену. Ну, не знаю, да? Ну, как не знаю, мы поругались с ней, она уже просто меня, ну, она уже пи***ца, она уже это была последняя, крайняя точка, я сказал. А, то есть так все прям, ну... Ну, давай я с ней поговорю, ну, просто, ну, хотя бы попробуй поговорить, ну, успокоиться, да, не знаю, там. Не надо никаких вот этих вторых что, шансов. Что, просто так берем, ну, типа, все? А это ты с ним можешь поговорить потом, когда... Это работа, понимаешь, кенты кентами, я продукты понимаю. Продуктами. И что я могу сделать, если у нее поехала крыша? Теперь это закончится тем, что мы ее поменяем. И сейчас придет телочка, которая мне сказал чувак, знакомый, что она очень-очень похожа на нее. Я не хочу, я... Вот, они пришли. Да-да, заходи, там девочка должна быть, да? Здрасте, здрасте. Добрый здрасте, день. Здрасте, Алексей. Здрасте. Миша. Миша. Я, да, мы сегодня. Здрасте. Это Света. Здрасте, Леша. Эдик. Приятно. Света. Леша. Куда можно присесть? Здрасте, Леша. Садитесь куда хотите, присаживайтесь, становитесь. Ну, собственно говоря, вот. Так. Ну, вот. Угу. Видно, что собирались, да. Не, ну, мы с поезда просто. Ничего, очень хорошо. Под форты, все. Как на рыбалку. А покажитесь, пожалуйста, Свет, встаньте. Можете встать, пожалуйста, и пройдитесь по комнате вот к зеркалу и обратно, пожалуйста. Светочка, от бедра, как я учил. О, фигурка. Ну, улыбнись. Давай. Молодец, хорошо. Хочешь покрутиться еще немножко? Ну, покрутись нормально, что ты как это. Как... Ну, вокруг своей оси, вот, красавец. Молодец, хорошо. Она поет у тебя, Миша? Да, у меня есть диск. У вас есть на чем это проиграть? Да. Вот скучается. Песни, да. Сейчас... Ты «Время и стекло» знаешь какие-то песни? Не знаю. Не знаешь? А что знаешь? Лора знаю. Ну, давайте что угодно. Ну, давайте послушаем. Да, давайте. Не фигура, мне временно. Временно. Хорошая фигурка у тебя, Свет. Хорошая. Расправь плечи. Ну, да. Спасибо. Только не стесняйся, не зажимайся, я знаю, что все стесняются меня всегда, я. Давай. Не попадешь в самолет,
самый печальный мой полет. Свет, она просто, извини, она волнуется, поджимается. Секундочку. Ну все, просто отлично, хорошо. Зажрась. Да, это нормально. Что вы, ребята? Ну, я сейчас подремещу. Пожалуйста, не мешайся. Да, да. У нас мы своем были. На чуть-чуть, вот первое время. На пару месяцев. Мы потом подберем кого-то. Давай ее поставим. Сейчас ставим концерт. Я. Посмотри, похоже. Во-первых, она похожа. Фигура очень похожа. А фу, да. Фигура супер, ребята. Фигура классная. И у нас просто девочка белая, типа рыженькая. И она. У нее такие ножки тоже были стройненькие. Все хорошо, с фигурой хорошо. Только она как-то пользовалась ей по-другому. А? Давайте спрошу. Может, присядешь так, тебе удобнее будет. Да, вот, садись, Светочка. Как будто ты на стуле поешь. Давайте попоем, а потом все поговорим. Самый печальный мой полет, не отменить нельзя. Дальше и дальше от тебя. А есть еще кто-то? Только это? Не, ну подожди, она просто, она хорошо поет. Но мы обычно это делаем под фонограмму. Мы вот недавно разорвали клуб Николаевский, Благу. Вот, там был просто, там был улет. Под фонограмму у нас все поют, в этом ничего страшного нет, у нас вся страна. Ну, я потом же говорил. У нас некоторые юмористы под фонограмму выступают. Давайте посмотрим, как вы смотритесь вместе. Леш, просто ради, в порядке просто фотографии. Встаньте, пожалуйста, рядышком. Леша, ты можешь подойти к Свете? Такие глаза голубые. Голубые. Красивые. Встаньте вместе, пожалуйста. Ну, хорошо. Можно сфотографирую? Сейчас ты посмотришь, как со стороны. Можешь ближе к нему? Положи руку на плечо ему. Света, ты вообще не разговариваешь? Вообще ничего не говоришь? Разговариваю. Надвигайся, знаешь, как здорово. Леша, посмотри, пожалуйста. Да, спасибо, спасибо. И очень даже смотри, ты не прав. Смотри. Да, я понял, вообще да. Даже ничего. Отлично, смотри, прекрасно. Да, вообще. Это жесть. Чего жесть? А что? Давай щетку уже не надо. Давай жвачку. Мне потом еще одна новая звезда, понимаешь, которая... Да. Светочка, расскажи. Привет, ты мне звонил? Да. Музыка. Да, звонил. Ты не знаешь, что там с Потаповым происходит? Он что-то наехал на меня в обычной школе. Давайте, я перезвоню. Ну. А ты сейчас вообще на студии? Давай я наберу тебя. Ну, ладно, на 19 выглядит. Давай созвонимся позже. Да. Леха, что ты? Есть нюансы там, бобровки, конечно, чуть-чуть, но это мы пощипим. Это поделаем. Ну, это у нас я свой... думаю, что надо начинать пробовать. Я думаю, что надо на фотосет вас уже как-то начинать с завтрашнего дня. Угу. Кто звонил? Не, все нормально. Давайте, ребята, давайте еще что-нибудь попробуем. Подвигай. Да, а ты можешь да. Потанцуй, пожалуйста. Прям... Да, прям так. Да, не стесняйся. А проявить какой-то больше секса. Ну, Света, ну ты же... Ты же с южной девушка никогда не прогиб не этот, ну присед какой-то, попой, что-нибудь делай какие-то. О, как на шесте, вот помнишь, мы на шесте да. С тобой. О, так покажи, как на шесте. На шесте? Ну, а там фейер по вечерам. Ну, что, зато на юбке тут. Окей. Ну, где? А ты можешь подойти к стене, пожалуйста? Повернуться спиной к нам. Закинь вот руки вверх, вот так вот поставь, а попу выставь. Как будто сдаешься. Да, вот да. Так. Выше руки вот так вот, подними еще. Выше руки, сами убью. Да ну что ж тебя учить, что ты на цепи. Дай, сейчас, вот так. И прогнись немножко в... все хорошо. С фигурой все нормально. Так я о чем? Единственное, что какая-то нелюдимая какая-то немножко. Не, ну это просто мы с поездом, мы просто крепим. Это все время. Сейчас, извини, пожалуйста. Алло. У нас просто сейчас заказы пошли. Вот. И поэтому нужно как-то определяться. Потому что сейчас уже. Наденька, мы с тобой все выяснили. Мы все с тобой обсудили. Пожалуйста, давай закончим. Мы с тобой закончили уже. Извините, пожалуйста. Она чувствует, сучка, что дальше меняется. Значит, не просто так все. Света. Давай еще что-нибудь споем. Про кафель знаю песню. Ну, отлично, давай. Что делать? Я сейчас нажму. Там вторая.
Ну так вдвоем шел как-то, или как? Давай со мной. А, ну так ваше, да, спойте. Ну попробуй. Лешенька, пожалуйста, попробуй, у нас нету времени. Я все равно ее буду знаешь, менять. Знаешь, вот этого, Леш, я буду менять все равно ее. Мне надо да. все равно смотреть кого-то другого. Хочешь ты, не хочешь. Можешь со мной ругаться, я все равно буду искать другую на замену хорошо, рыжи. Хорошо, окей. Попробуйте. Давай, ну ты спой. Хоть. Раз, два, три, пошла. Короче, звонишь мне Надя, я слышу, если не общаюсь, слышу голос, тебе звонит. Послушай, есть какие-то секреты у ребят 95-го квартала? Это Николаевская... Николаевская, да. Ребята, я из этого образа, по-моему, не выйду больше никогда. А я смотрю попа ее, я думаю, А то за попой? Я смутил, единственный момент. Спасибо, ребят, спасибо.